Здравствуйте! Сегодня будем готовить болгарский фаршированный перец. Для этого понадобится мясо грамм 600, риса стакан, луковица, морковь и сам болгарский перец. Мясо перекрутили, рис отварили, лук порезали мелким кубиком, морковь потерли на терке. В фарш добавляем рис, половину лука и половину моркови. Все это солим, перчим и хорошо перемешиваем. Болгарский перец начиняем фаршем. Часть перца складываем в кастрюльку, которую мы будем варить, а остальную часть выкладываем на дощечку, чтобы заморозить. В кастрюлю кладем лук, оставшийся, морковь, солим и заливаем водой. Все это ставим на плиту варить. Когда перец практически готов, добавляем лавровый лист, кетчуп или томат и соли, если вдруг нам не хватило. Оставляем еще варить минут на 5. Все, наш перец готов. Приятного аппетита! Подписывайтесь, чтобы получать новые рецепты.